Стать настоящим врачом, профессионалом своего дела предстоит первокурсникам Тверского медицинского университета. Впереди их ждут годы упорной учебы в ВУЗе. В День знаний для них прошли торжественные мероприятия. Тему продолжит наш корреспондент. Вчерашние абитуриенты, а сегодня студенты медицинского университета. Собрались в актовом зале вуза, чтобы познакомиться с преподавателями, однокурсниками и узнать историю медуниверситета. Впереди будущих врачей ждут долгие годы усердной учебы. Однако 1 сентября для всех особенный день. Мы очень рады, что сегодня, пусть не солнечный день, но тем не менее у нас у всех профессоров, преподавателей на душе радостно, потому что к нам пришли такие прекрасные, в прошлом, можно сказать, дети, а теперь уже настоящие студенты-медики. В добрый путь, дорогие первокурсники! Медиков поздравили не только сотрудники университета, но и почетные гости. Ребятам желали мудрых наставников, хороших друзей и не терять интерес к получению новых знаний. Сегодня здесь мы с вами смотрим в зал и видим будущее нашей медицины. Те, кто пришел по зову своего сердца, убеждений, на эту очень непростую работу, очень важны. Хочется вам пожелать того, чтобы никогда вас не посещало уныние, безысходность, а всегда было желание найти решение и не было никогда утрачено чувство потребности изучать. Хочу сегодня пожелать вам, дорогие ребята, дорогие друзья, чтобы та смелость, которая была нужна вам для того, чтобы выбрать свою будущую профессию, именно врачебное дело, эта смелость, чтобы вас не покидала, потому что ближайшие годы потребуют усердия, чтобы спустя годы мы с радостью, с улыбкой на лице шли к таким замечательным врачам, которыми, я уверена, вы станете. В этом году свой путь становления во врачебной профессии в Тверском медицинском университете начнут 550 студентов, 330 из которых по целевому набору.